четверг в Самарской области будет облачно с прояснениями и пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь, потеплеет. В дневное время 21-26 с плюсом, ночью 13-15 выше 0. В Сызрани облачно, днем плюс 25 градусов, ночью плюс 15. Ветер северо-западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малая облачность, сухо, плюс 23 градуса в дневное время, ночью 15 выше 0. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно и без осадков, дневная температура 23 градуса тепла, ночью плюс 13. Ветер западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 37%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.